Толстовский конгресс традиционно проходит в Москве, однако в этом году его учредители решили провести тематическую конференцию в Севастополе. Первый день конгресса прошел в городской библиотеке имени русского классика. Мы рады тому, что Крым вернулся в Россию. И как дань нашего глубочайшего уважения к вам, к жителям полуострова, к студентам университета, к жителям вашего замечательного города, мы решили, что мы проведем его у вас. Среди докладчиков конференции как севастопольские и московские ученые, так и гости из Симферополя, Новосибирска, Белгорода, Ижевска и Петербурга. В Крыму основным партнером конгресса стал Севастопольский городской гуманитарный университет. Кроме организационной помощи, ВУЗ предоставил немало докладов, подготовленных как преподавателями, так и студентами. Но в администрации ВУЗа ценят не только научный опыт, приобретенный в ходе подготовки и участия в конгрессе. Налаживание тесных коммуникаций с российскими коллегами открывает новые возможности для ВУЗа по сотрудничеству. Пока мы заключаем договора о сетевом сотрудничестве, об обменах студентами, нашими преподавателями. Такое сотрудничество – важная часть интеграции севастопольских и крымских учреждений образования и науки в российское пространство. Много лет они развивались в рамках иной системы. Теперь им предстоит адаптация к новым реалиям. Проведение Толстовского конгресса в Севастополе – один из шагов на пути интеграции. Севастополь – город с очень серьезными культурными, прежде всего, традициями, образовательными традициями. И они не просто серьезные, они значительные, и достижения эти весьма и весьма впечатляют. Но теперь, конечно, стоит очень сложная задача вот интегрировать. То есть интегрировать так, чтобы Севастополь, его культура, его образование, его повседневная жизнь прочно вошли в Россию. Кроме пленарных докладов, конгресс предусматривает и экскурсионную программу для участников. В библиотеке имени Толстого открыты тематические выставки, экспонаты для которых привезены из Москвы, Государственного музея и заповедника Ясная Поляна. Ирина Саркисова, Павел Красиков, Севинформбюро.